Быстрое обмундирование и сразу в бой. Кто никогда раньше не играл, выбывает первым. По жребию команде Грозный достались желтые шарики, а Алькатрасу зеленые. Сегодня играют без флагов, до последнего бойца. На каждого несколько сотен патронов. За раз можно вооружиться до 200. Чеченская команда играет в защите. Так сказать, поджидает подходящего момента. Ингушский коллектив, напротив, штурмует. После нескольких атак у каждой команды минус по бойцу. Внимание, здесь главный союзник, отвлекаться нельзя. Соперник в каждом направлении. Самый распространенный стиль – это общекомандное отвлечение с последующей атакой одного храбреца. Алькатрас применяет именно такую технику. Однако опытные стрелки Грозного готовы к этому. Спустя 20 минут точными выстрелами чеченские пейнтболисты все же забирают раунд. Парни Алькатраса оказались крепкими орешками и смогли выбить из игры несколько бойцов Грозного. Команда достойно показывает себя в бою, даже больше, чем достойно, можно сказать. Естественно, у нас команда только образовалась, и достойных тренировок проводить, как таковых, мы особо не можем. Но все-таки отпор какой-никакой даем на данный момент. Команда «Алькатрас» тоже очень хорошо играет. Они очень показали техничную игру. Играли командой, друг друга прикрывали. Очень хорошо играют ребята. Пейнтбол – современная спортивная игра командного типа. Дословно можно перевести как «краска и мяч». Это прообраз небольшой военной кампании. Одна команда, вооруженная специальным пневматическим оружием для игры – маркерами, противостоит другой. Стрельба ведется специальными желатиновыми шариками с краской, которая растворяется в воде. Это развлечение – хорошее лекарство от стресса, накопившегося за долгую рабочую неделю. Правила игры достаточно просты. В пейнтболе нет убитых и раненых, а есть пораженные игроки и игроки в игре. Пораженным признается игрок, на теле которого после попадания шарика остается след краски. Одно попадание в голову и два в туловище – выход из игры. Специальной подготовки не требуется. Физическая сила и возраст не так важны, как сообразительность, решимость и, конечно же, снаряжение. Преимущество бывает в том, что, допустим, есть маркера, которые стреляют одиночно, а есть, которые очередью стреляют. В данном случае у меня маркер, который стреляет очередью, но опять же мы в сегодняшней игре только одиночку применяем, поэтому преимущество, можно сказать, равное, если не включать автоматику. Ну и за счет ствола еще может быть, и когда ствол подлиннее, чуть дальше и точнее попадает шар. Второй раунд прошел менее удачно для ингушского коллектива, ведь грозницы – настоящие специалисты командной атаки. После 10 минут они успешно зачистили территорию. По итогам бескомпромиссной игры победа досталась грозненцам. Несмотря на молодость, Алькатрас хорошо себя проявил. Несомненно, в будущем эти ребята будут побеждать. Успех приходит с опытом. Идрис Ижиев, Магомед Дедигов, Новости 24.